Привет всем, с вами я, Вова Тишевский, и сейчас я затестирую игры на смартфоне Huawei P8 Lite. Это интересный гаджет с HD-экраном, и это игра Mortal Kombat X. Я, если честно, отвык играть в игры на устройствах для теста, это обычно делает Семен, но как бы он приболел чуть-чуть, поэтому надо, короче, работать, и тестировать, так, я даже играть разучился, если честно, в такие штуки. Так, ага, здесь ударом и проводкой. Сейчас раскатаю тебя. Мне бы кого-то подрезать. О, слушайте, вот эта тема, чувак. Оп. И последнего монаха сейчас мы раскатаем вот этой штукой. Что это за хрень, даже не знаю. Это змеюка. Ящер, да. Ну, победа, в общем, упал. Что хочу сказать, игра идет хорошо. Вот, вообще не глючит. Быстро, четко, понятно и без никаких, как по мне, сложностей. Вот, поэтому, если в Huawei P8 Lite еще планируете поиграть, то это как раз то, что нужно. Давайте будем тестить еще одну игру. Итак, друзья, это NFS No Limits. Самая новая, самая офигенная, самая крутая игруха. Как по мне, это действительно интересная игруха. Вот, и графика неплохая, и требовательность у этой игры очень высокая. Если игра уже пошла... Так, это что я творю? Это я должен так газовать. Так. Эй, эй, эй. Так, кажется, я что-то подмутил не то. Так, ага. Отлично. Здесь, видите, нужно нажимать. Ну, тоже вариант. Прикольно, слушайте, я его сейчас уже догоняю. Обгоняю. В общем-то, я успешно справился. Чё, я первый? Игра идет прекрасно. Я считаю, что это прям круто. Вот, и смарт не греется. Потому что многие смарты после первой игры греются. Это уже вторая игра, которую у нас тестируем. То есть, после Mortal Kombat. Еще и приз какой-то дарят. Ну, в общем-то, спасибо большое. Я считаю, что это неплохо. Давайте следующую игру. Итак, друзья, следующая игра у нас идет World of Tanks Blitz. Сейчас я буду показывать точно не мастерство, а буду показывать, как идет игра. Для начала давайте мы посмотрим на настройки графики. Мы выставим их вообще на максималочку. И давайте я возьму какой-то обычный танк, чтобы не было так, что я там на каком-то крутом танке. Хотя, в принципе, разницы-то нету. Давайте возьмем хоть какой-нибудь танк и посмотрим, что у нас получится. Для нас важно количество FPS, которое выдаст этот смартфон, и все. Больше ничего для нас не важно. Вот. То есть настраиваемся увидеть количество FPS. Важно увидеть. Ёлы-палы, 9. Это на максимальных настройках. 14. Как бы мне. Ну, вы поняли, выйти. Ладно, бежать не будем. Но. Погоняем, проверим. Так. Тут нереально. Так, погнали с Т-34-85. Типа я ему постараюсь помочь, но... Ну, смотрите, 21-23. Сейчас уже пошел разгон. Но максимальная графика, согласитесь, это круто. Водичка, отражение. То есть все красиво. То есть если поставить поменьше графику, я думаю, будет получше. Надо будет затестить. И я сейчас, знаете, что переверну. Потому что динамик здесь находится сверху. А там снизу. Я как бы не закрываю сейчас. Сейчас мы с Т-34 вообще куда-то зашли. Непонятно. Давай мы зайдем к ним в тыл и начнем их оттуда. С тыла. Гасить. Так, я сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то едет сюда. Сейчас мы будем выстреливать.
ВК-шку, я ее уже вижу. Теперь главное... Да, дыщ, 157. Отличненько. Так, я разворачиваюсь, валю. А, ты тут же поворачиваешь. Я думал, что это я ПТ-шку взял. Сейчас мы ВК-30. А, за горой. Значит, будем ВК-36 долбить. Юху! Пудыщ! Кажется, кто-то не жилец. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то тут меня закатывается. Бэдыщ! 28 FPS поднялось, ребят. Это круто. Так, ну, на самом деле для меня важно не сколько сама игра, а сколько FPS. И теперь на низких настройках. Сейчас мы на низких, ну, возьмем другой танк и посмотрим, сколько FPS на низких. То есть это самое важное, то, что нам нужно сейчас рассмотреть. Напоминаю, что я не играю в игру ради игры, я играю в игру ради теста. Для особо непонятливых, повторяю. Сразу на старте там было 9, тут уже 21-29. Это уже лучше. Кстати, в последнее время я могу сказать так, что требования World of Tanks Blitz значительно повысились. Смотрите, насколько круто все идет. 51, 60. Вот это я понимаю игра. То есть сразу стало как бы приятней. 43 FPS. В общем... Тут уже идет на порядок-то получше. Я считаю, что это 38, 40. Так, я что, один сюда поехал? Нет. Давайте я вот через этот уголок выгляну. Светану и драпану. Так. О, видите, Т-49-очку засветил. Но только теперь не знаю, как ее мочкануть. О, и меня засветили. Мы объезжаем с этой стороны, потому что с этой стороны у нас поехал... Эй, чувак, не сливайся. Смотрите, 35. И это мы говорим о режиме боя. Так, кажется, я сейчас... Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай. Да, хотел стрельнуть один. Ну, бывает. Так, что касается нагрева, на прошествии трех игр, то вот здесь вот нагревается, но щадяще, не могу сказать, что прям перегрелся, то есть нормально. На минималках 41-60 FPS, норм. Спасибо большое за то, что смотрели это видео, надеюсь, оно было вам интересным. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мои социальные сети ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. С вами был я, Вова Тишевский, всем пока!